Костанай автолюбитель насмерть сбил велосипедистку и скрылся с места преступления. Пострадавшую госпитализировали в больницу, но от полученных травм она скончалась. 19-летний водитель находился в алкогольном опьянении. Ведется расследование. Употребить спиртное и сесть за руль решила и автоледи вблизи столицы. Нарушение правил дорожного движения заметили очевидцы. Они же сообщили в полицию. Стражи порядка остановили транспорт, а женщину отвезли на медицинское освидетельствование. Оказалось, автоледи не в первый раз садится за руль в алкогольном опьянении. В прошлом году ее лишили водительских прав на 7 лет. Полицейские возбудили уголовное дело, а машину поместили на штрафстоянку. Наркотики сбывал 31-летний житель Тараза. При обыске у него дома полицейские нашли 4 грамма героина. Осматривать помещение им помогала служебная собака. Благодаря ей и нашли припрятанный запрещенный товар. Задержанный уже дал признательные показания. Его водворили в ВВС. Больше полтонны рыбы изъяли у одного из браконьеров в Карагандинской области. 36-летний мужчина занимался незаконным промыслом в районе поселка Шашубай. Специалисты из воды извлекли 14 запрещенных сетей длиной по 100 метров каждая. Еще одного браконьера задержали на берегу реки Или в Алматинской области. 33-летний мужчина отстреливал рыб из охотничьего ружья. У него изъяли 10 килограммов рыбы и зарегистрированное оружие. В Уральске в одном из торговых центров эвакуировали людей. В здании загорелся электрощит. Продавцы и покупатели успели выбежать из торгового дома до приезда пожарных. По словам очевидцев, спасатели в считанные минуты ликвидировали возгорание.